Здравствуйте. Дорогие друзья, спасибо. Третий цикл у нас стартовал. С дня физкультурника, с праздником. Все. Пришли мы в парк на день физкультурника. Ну, а сейчас будем здесь, как обычно, бегать. Ну, что-то показывать. Это веселый. Ну, массовку здесь сделаем, как обычно. Младший в перемешку с теми, кто купер пробежал хорошо. О, педал. Представляете, я хорошо пробежала. Да, первый раз в жизни. А, почему? Утром тренировка. Да ладно, не рассказывай. Утром тренировка была у тех, кого здесь не было. Как праздник, девочки? Жар, ужасно все. Жар? Лето же. Все хорошо, отлично. Третья эстафета. Пока что мы еще не выбыли. Соревнуемся. Мячик между ногами и пошлепали. Да, чтобы не соскальзывали, смотрите. Ваша задача с мячом зажатыми коленями. Обижать, опрыгнуть мишку, вернуться обратно, передать мяч следующий мяч. Как только капитан оказывается мяч первыми, поднимает мяч, то я видел, что вы закончили. Внимание, вот так. Фальстарт. Тем более легко. Внимание, марш. Давай, давай, Настя, молодец. Карин тебя обгоняет, давай быстрее, быстрее. Давай быстрее, быстрее, давай, прыгай. Вот веселье, да? Лучше стафет побегать, наверное, чем кросс. И железки. Побегали, выиграли. Как стали первыми. Что выиграла? Конфетки. Четвертое место среди мальчиков 7-9 занял Шевченко Тимофей. А вот, Тимофей, четвертое место. Четвертое место среди девочек. Четвертое место среди мальчиков 10-12 лет занял. И всем доброе утро. Какой цикл? Третий цикл. Погода, как назло, она хорошая. Мы идем на улицу тренироваться. Там вот мужчина ходит. Молодцы. Ну ладно, тетенька ходит. И они такие молодцы, когда вот реально, что вчера мы бегали. Ой, я не бегала, ладно, вру. Что вчера мы тренировались, и мужчина вышел и побежал. Что вот девушку тоже, женщина. Вышла и бегают. Ну, то есть не ленится, как, например, вот она или я, если бы занималась спортом. Я бы лучше поспала дома. Это мама одноклассника моего. Да, кстати, я что-то тоже лицо знаком. А Пулькова? Она походу логопедом у нас. Да, тоже лицо знаком. Ну ладно, молодец. Сегодня, походу, будет ускорение, а? Мы как начали в июле еще она, да, это еще ходила. Ну, короче, прикольно. Просто мне тоже интересно, знаете, если бы я ничем не занималась, ну, вообще, вот, как бы у меня не было такого вот именно ходить на тренировки, я бы бегала бы. Да, в тренажерку, может быть, я бы и ходила, но вот, а именно бегать я даже не знаю. Да. Ира, здравствуйте, Ира. Ха, дежурная. Там.
нашу подготовленность, бутылочки, Яна, фишки наши, какашки наши. А ты там какашку нашла? Нет, вчера не могла найти. Ой-ой-ой. Воскресенье, 11 августа, 9 утра. У нас сегодня одна тренировочка. Погода более-менее хорошая, можно на улице побегать. Первая группа. Последний ускоряется, становится первым. Темп что-то мне не нравится. Сейчас темп поднимем. Младшая группа поднимались немножко на улице, сейчас вышли. Ой, заново. Младшая группа занимались немножечко в зале с мячиком, сейчас вышли на улицу. Немного побегают вокруг футбольного поля. Тимофей, как обычно, ты долго. Давай быстрее. Как обычно, Ваня. Ваня. Почему здесь Ваня? Ты долго у нас тоже. Все, давайте вон там строимся. Амеля. Маша. Маш. Обезьянки, а. Маш, давай слазь. Все, строимся. Оставляйте здесь. Здрасте. Давай, все, слезай. Какое число сегодня? 13. 13. Я заставлю. На заставку еще прям в начале поставлю, как вот это же есть, как в мультиках. Вот ты вот будешь. Я рядом, извини. 13 августа. Утренняя тренировочка. Растягиваемся. 9 утра. Ну, 9:20. Флеш-интервью сейчас возьмем у кого-нибудь. У Оли, например. Оль, как тебе тренировки? Ну, скажи правду, скажи, все болит, не могу, не хочу. Спина болит, коленки болят. Все, вот это видно. Сейчас пойдем к спящему, красавице. Доброе утро. Вы на тренировке. Ева, просыпайся уже. Ева, как ты? Не высыпаешься, что ли? Нет. Почему? Не знаю. Не пробовала раньше ложиться спать? Пробовала. Не получается? Нет. Младшая тренировка, младшая группа, разминаются. Старшие пока доделывают упражнения, растягиваются. Прыгай. Четверг, 15 августа, конец третьего тренировочного цикла. Погода более-менее тепленькая, солнышка нету. Проведем утреннюю тренировочку на улице, время 9. Сейчас чуть-чуть побегаем, беговые, да, в зале затянемся до
Да, вечер пойдем. Вечером тоже посмотрим. По крайней мере, я... У меня не будет. Побегали, зал зашли, растягиваемся. Младшая группа за подходит потихонечку. Не все у нас сегодня. Тимофей, вперед, мяч провожаем. Софья. Вечерочек, кроссик бежим. Кроссик и все. Третий цикл закончится. Баню бы еще, даже вот видите, профессионал за какие-то циклы пришел. К сезону готовится. Команда уезжает. Готовится только большое. Не все у нас болеют. Пробежали. Кроссик небольшой. Не уложились. Значит, будем еще бегать. Печально. Еще добегает у нас. Молодые спортсмены бегают здесь. Полинины друзья. Раненая. Ходит. Боец просто. Представитель БГ-25. Легендарный, просто легендарный. Школа волейбола города Салавата. Диарят представитель БГ-20. Играющий наш. Бегает. А, Сош. Точно. Бегающий тренер хотел сказать. Лен, тебе сколько еще? Все. Молодец. Диана, только не у меня. Не надо ко мне сразу приходить. У меня тоже есть. Диана, как прошла тренировка? Она не тренировалась, но вон там лучше. Лен, как прошла тренировка? Нормально. Ладно, неинтересно. О, привет. Карин, как прошла тренировочка? Ужасно. Все окей. Все прекрасно. Жить прекрасно. Что делаете? Мячи моем. Классно, да? Вообще. Я уже 4 штуки помыла.